They're really long. Так, сейчас We're just going to be using regular clips. Так вот мы выглядим. Yep, so whichever size you like. Дэнни. Наш инструктора. Turn around. Чем ты тут занимаешься? Я слежу за тобой. Что делал? Что ты делал? А? Вы не поверите, что он только что делал. Сейчас он покажет, наверное. Короче, он зубами грыз вот этот вот пакет и тащил его вниз. Что делаем? Что-то при тебе неудобно. Собаки бесят. Но, Марина. Это Нина. Но, Нина. Нина, но. Сымба. Как-то на камеру неудобно. Сымба. Stop it. Shameless cat. Вот я смирно сижу. Shameless cat. What are you doing? Сижу, смотрю. Какой красавчик. Окей, камера выключается. Симба начинает бегать. Давай, читай дальше. Симба, давай, иди Пади. Кто пойдет Пади? Всем доброе утро. Сегодня у нас среда, у нас лабораторная в 9, у Маши школа в 8, у мамы с Аленой тестирование в английскую школу в 8:30. И я одна должна это все разрулить, всех развести и себя тоже. Вот сейчас у нас время 7:30. И я забираю всех. Забираю Машу. Беллу оставляю. А, хотела накормить, забыла. Забираю Алену. Забираю маму. И отвожу всех по своим местам. Я уже отвезла Алену с Машей. Но дело в том... Алену с Машей и с мамой вместе. Но дело в том, что сегодня отменены... школы, не знаю почему, и я отвезла Ленку с мамой на тест, заезжаю к Маше в школу, и там большая-большая надпись, написано, что сегодня нету школы. Я такая, что делать? Быстро везу к Машу к родителям, к Даниным, и они ее, естественно, взяли. Вот, и у них сегодня классы онлайн тоже. Они тренируются, потому что говорят, что после Дня Благодарения все перейдут на онлайн опять. А мы сейчас едем на нашу лабораторную работу. Будем делать всякие опыты. Сегодня мы делали приготовление для, забыла, как эти мешочки называются, для физраствора, вот. Вообще так круто. Теперь да, не расстроен. Так, сегодня, нет, не расстроен. Слава Богу. Он нормально, потому что отлично. У него хорошая оценка. Отлично. Так, у нас новости. Я написала свой вчерашний экзамен на 5. Ура! Вот, сегодня я уже, как я вам говорила, да, вот забрала маму с Аленкой, Маша пока у родителей, мы еще пока не забрали. Я закончила свою лабораторку, прибрала дом, сейчас приехала за мамой с Аленой. И какие новости, мама, вас в школу взяли, нет? Не знаю. А мы прошли тест, и нам сказали, нам позвонят. А, и все? Да. Это телефон мой или чей оставили? Твой и мой, оба. А это вот они сразу выдают результаты теста, так я поняла. Какой-то онлайн они дали, вообще другой. У тебя 4-й уровень. Первый. У тебя может быть не к этой, не к твоей учительнице. Да? Ага. Ну, видно будет. Не ну, знаю. Короче, что, просто дали тест, когда вы освободились. Я вас отвезла в 8. Мы освободились очень поздно. А, да? Да, мы освободились. Да, мы около 12 освободились. А, ну как раз. Когда ты мне сообщение написала тогда? Да, когда ты написала, очень и я долго. Тогда. Я их отвезла в 8. Очень долго.
Ага. У них совсем по-другому тест проходит. А в прошлый раз нам давали каждый раз повышающий уровень книжки. Сейчас одну первую дали, мы все ответили. Нам включили компьютер и погнали по компьютеру. А, по компьютеру? Да, по компьютеру. Ага. Видишь, у меня первый. Так, мы приехали забирать Машу. Теперь что там Маша делает? Hello. О, они ей Макдональдс купили. Они ей Макдональдс купили. Hello. Hello. Hi, Mama. How are you? Good, and you? How was your with your mom? It's good. They just had test. I have test today. They picked up the bus? Yeah. No, I pick them up. I put them and then I just pick them up. They were waiting. Ah, okay. Yeah. So, did you? You. That. That. And. Не-не, тебе. Сейчас у меня идет лекция. У мамы идет занятие. Сегодня последняя лекция на сегодняшний день. Со следующей недели у нас начинаются контрольные по нашим любимым таблеткам, которые мы должны знать. В том году мы, я, по-моему, еще не рассказывала, в том году мы проходили 200 таблеток за первый, за осенний семестр. Мы просто учили название химическое, потом бренд, именно который используется в Америке. И мы учили, для чего это. И какой вид таблеток. Либо это таблетка, либо это жидкость, либо это свечка, ну, либо это пластырь. Вот, а в этом году мы будем опять учить эти таблетки. Ну, подразумевается, что мы их уже знаем, просто нам добавляются новые знания. Но так как ни я, ни Даня, ни, наверное, половина нашего класса не помнят наших таблеток, которые нам надо знать, мы их будем еще раз заново учить, и плюс еще дополнительные. Покажи просто по видео, что у тебя. Факты об этих таблетках, которые надо знать в этом семестре. Все, что надо знать было в том семестре, ну, позапрошлом. Короче, будем учить чуть-чуть, и каждую среду у нас будет экзамен по таблеткам. Каждый вторник у нас будет экзамен по IPT. По IPT это предмет, куда включаются все дисциплины. Сейчас у нас там и фармакинетика, и динамика, и фармагеномика, и как она, генетика, я же вам говорила, да, и биохимия, и, но пока еще анатомии нету, пока сейчас просто вот на уровне генетики все у нас идет. Связано с таблетками и генетиком. Immediately when that drug is given, where alpha is just distribution, so they're a little bit different. Okay, that makes total sense. Thank you. У нас перерыв, и мы моем сэмбу. Кто у нас тут помылся? Кто у нас купи-купи сделал? Симба. Симба. Купи-купи. Так, ребятушки, сегодня у нас суббота, уже 4 часа вечера. И мы целый день учили. Маша учила слова вместе с мамой. И знаете что? Так как Чарли нас всех бортанул, мы решили не расстраиваться и искать себе других женихов. Ну, для мам, точнее. Вот, и нашли... Ну да, для всей семьи. Вот, и мы нашли... Короче, нашли, зарегистрировались на сайте именно нашего города, где
женихи живут рядом, поблизости. Чтобы не надо было летать во Флориду, знать, какие они. Вот, и сейчас, сегодня один жених назначил маме свидание в парке. И, конечно же, мы едем всей толпой, потому что одна мама туда не поедет, она, у нее нету машины. И водительского удостоверения. Ну да. Потом, ну, короче, мы все вместе. И сейчас мы посмотрим, что там за новый жених. Грузовик? Да. Короче, мы приехали в парк. И, а может там, подожди. Мы приехали в парк, и нам сказали, что припарковались где-то между теннисным кортом и... Вот грузовик. А, вот он. Вот, вот этот. Рядом будешь парковаться? Ну да. Давай. Ну да, окей. Мамка. Нет.